Следующая новость о том, что выборы достали всех. В смысле, дотянулись до самых отдаленных уголков нашей планеты. Украинские ученые с антарктической станции «Академик Вернадский» тоже приняли участие в парламентских выборах в Украине. Явка избирателей на участок 100%. В голосовании приняли участие все 11 сотрудников станции. Как сообщает портал Цензорнет со ссылкой на канал СТБ, результаты подсчета голосов были переданы электронной почтой, а оригиналы бюллетеней будут переданы в Украину весной. Ну что, шановные члены комиссии, за списком все полярники нашей экспедиции проголосовали. Я думаю, еще можно приступить до участия перерахунку голосов. Многие скажут, что, мол, вот как должны проходить выборы. Честно, прозрачно, открыто. Вот позвольте с вами не согласиться. Нам кажется, что на этом участке выборы полностью сфальсифицированы. Где, позвольте спросить, хоть один международный наблюдатель? Где милиция? Опять же, 100% явка на избирательный участок. И все нашли себя в списках? Ну не смешите людей. 100%. Дело тут явно нечистое. А почему совершенно нет информации, кто победил в этом мажоритарном округе? Хотя мы слышали, что до выборов там было несколько сильных кандидатов. Пока неизвестно, собираются ли оппозиционные силы станции «Академик Вернадский», несмотря на 70-градусный мороз, выводить людей на льдины и оставить демократию, мы будем внимательно-таки следить за развитием этих событий.